Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, и сегодня мы уже поедем опять на дачу. Дачный сезон я объявляю открытым. Итак, вот мы приехали на дачу, переоделись, и сейчас мы будем распаковывать контейнер с инструментами. Путешествие точно. Сегодня мы сейчас будем сажать в данный момент вот эту вот прекрасную веточку молочая. Пройдемте. После того, как мы выкопали яму, нам у этих побегов нужно обрезать будет сухую вот эту вот верхушечку. Секатор. Надо их так, значит, от ствола отщепить вот эти вот побеги, если они тут будут. Вот так вот. Так, теперь их надо полить водой. Пошлите. Поищем водичку. Вот и вода. Ну что, теперь давайте пойдем сюда через месяц и посмотрим, что из этого выйдет. Давайте. Итак, значит, мы шли на пруд и встретили интересную вещь в природе – муравейник. Это очень богатый муравейник с муравьями. Муравьи большие. Также мы можем заметить, то, что их очень много. Если хотите деликатес, можно засунуть палочку в этот муравейник, подержать ее некоторое время и облизать. Походу пожгли. Да, вот это черное это сгорелось. Вот мы спустились к пруду, который оказался очень сильно затоплен. Если вы посмотрите наши фоточки, вы увидите, как я прыгаю с колесиков. Некоторые фотки есть. Вот. Сейчас же мы этого колеса здесь почему-то не наблюдаем. Так почему будто бы тут все затопило. Я протопчена тропинка. Угу.
А еще, дорогие телезрители, здесь мы можем наблюдать интересную природную вещь. Если посмотреть, то в глине мы можем увидеть прожилки металла. Вот. Так что приходите за металлом. Да, здесь куют металл. Наша гордость, так сказать, родник. Пусть, так сказать, камешек промоется как следует. Может, тогда мы увидим только металлическую прожилку. Долго ждать. Не знаю, да, это стоит процесс. Так, и вот более-менее очистилось. Но металлическую прожилку мы так, наверное, и не увидим, потому что она как растворена в песке и вместе с песком уходит. Вот. Видите, как ломается? Окажется, металл. Можно, конечно... И вот мы когда приедем домой, я возьму магнитик мощный и проверим как раз тогда, как металл это или нет. Выбирать.